Привет всем, дорогие друзья, вы на канале Отличник Лайф, и сегодня я записываю свой новый влог. Мы едем сегодня в фитнес-клуб в Березку, там где бассейн. Там есть еще у них фитнес-зал, я поэтому хочу туда уже давным-давно сходить. Вот, мы туда пойдем, покупаемся, еще позанимаюсь фитнесом. Ну, все, наверное, поедим, покушаем, как всегда. Правильное питание, спорт, все дела. Надо готовиться к Краснодару, еще раз повторюсь, там как бы 6 кубиков пресса мне надо. Все, ребятки, начинаем, поехали! Опять одел кроссовки Nike, одел жилетку и камуфляжные штаны, ну и камуфляжку от Black Star. Black Star новое поступление, коллекция новая. Надо будет зайти купить что-нибудь. Зал, здесь так красиво, короче, стоят цветы, и здесь все на подоконнике, вот папа там сидит, и вот мама идет, вон нам туда фитнес-клуб. Ребята, вот пришли в зал, вот такой зал Березки, шикарный, тренажерный зал с личным тренером. Лева начинает с беговой дорожки, 10 минут, беговая дорожечка у него, это первое, самое начало. Решил взяться серьезно. Вот, регулируй скорость. Если хочешь поначалу, пойди, потом, получается, можно управлять темпом. Немножко бегать потом. Побыстрее уже снова пошел. Что, сынок, серьезно занялся, да? Ну надо же когда-нибудь начинать. Ну, тебе нравится, да? Пойдет. Уже без рук, уже не держишься. Уже не держишься, уже без рук. Разминаешь, что еще? Разминаешься. Прикольно. Кровушка сейчас пойдет у тебя. Давай 10 раз это сделать. Контролируй штангу. Вот контролируй, у тебя напуляет, контролируй. Так, пускай. Вот, вот так можно, да, поднимай. И вниз, вот на грудь, на сык. Высоко, вот. Где пальцы? Пускай. Вот. Да, поднимай. Без паузы поднимай. Поднимай, 10 раз это сделать. Организм разминается. Разминается, разминочка.
Нагрузочка хорошая такая, да? Да. Что ребятам скажешь? Пусть занимаются, приходят, да? Занимайтесь, приходите. Обязательно. Да. Ну, мое впечатление, это вообще классно, все мышцы заработали, особенно вот эти вот. Короче, две полоски на зарядке камеры осталось, ну ладно. Потом я пойду еще в бассейн, вот такой вот у меня фитнес-день сегодня. Так занимаюсь. Вот бицепс. Бицепс. Он не в счет придет. Получается, смотри, руки у меня в таком положении. Получается, мои пальцы вот друг на друга. Немножко согнуты. Немножко согнуты. Не вот так вот согнуты, и не вот так вот выпрямлены. Вот. Вот чуть-чуть трах, но разводи. Не отбивай руку. Вот, вижу не так. Плавненько опускаешься вниз, вот до такого положения, и поднимаешься. Вдох, вдох, выдох, спину держишь прямо. Не вот так вот получается, где-то неправильно уже, а вот получается, вот положение. Прямо, прямо, да. Раз, таз плюшка даже. 10 раз, 4, пониже, 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 пониже. 5, 6, 7. Так, мышцы спины качают. Ребята, ну все, я назанимался на сегодня. Сейчас я пойду еще искупнусь, сниму на экшн-камеру, как я купаюсь, потом пойду поем. Ну, такая у меня сегодня тренировочка была, и не говорите, что я не занимаюсь, ставьте лайки, короче. Мама тоже скоро будет бегать на беговой дорожке, да? Обязательно, да. We'll be right back.
Все, я конкретно начал заниматься фитнесом, теперь буду ходить в фитнес-зал. А мы едем сейчас в мою любимую столовку «Патриот» поесть что-нибудь такого, супчик легенький какой-нибудь там, второе такое, компот там, луковую булочку, вот так. Так ты же не фитнесом, ты в тренажерном зале, какой фитнес там? Я тренажер, я скоро буду как этот, как Кличко, оп, бицепс, оп. Что я взял? Я взял домашнюю лапшу, взял бифштекс, взял, короче, овощи альденте, пюре. Мама взяла, что ты взяла? Рассольник. Рассольник. Там пюре, гуляш, капуста, папа рыбу и зубатку. Ой, пюре и зубатку и тоже как у меня суп. Всем приятного аппетита.